Это лот, который называется цепь снейк. Что такое снейк? Это в переводе с английского «змейка». Видите, это как раз и есть цепочка в плетении змейка. Зная, что многие наши телезрители захотели такую цепочку, я сама отношусь к поклонницам, да, к почитательницам именно этого плетения, потому что оно блестит, и оно, знаете, другое по ощущениям. Здесь звенья все вместе соединены так, что даже не видно где. Это как змейка, это как лента серебряная. Цепь, миниатюрная цепь, утонченная. Отличный вариант для небольших кулонов. И традиционно вам напоминаю, что сейчас многослойность в моде, поэтому хорошо носить одну, две, три цепочки. Особенно, когда они так переливаются. Вот правда, как змеиная кожа, да? Когда змейка ползет вот так вот, да, у нее уже переливается каждый элемент, буквально как чешуя. Очень красиво. Вот эта цепочка, она является одной из самых утонченных. Очень важно понимать, какой вес у нас у серебряных украшений. То, что это серебро, вам будет демонстрировать проба, которую сейчас также вам покажу, продемонстрирую. Кстати, у цепочки Snake есть вот такая особенность. Она действительно, у нее вот такие линии, да, то есть она у нас не сгибается плотно, она у нас специально вот так вот как колье практически. Очень интересные у нее бывают изгибы. И вот хочу обратить внимание на то, что здесь именно находится у нас проба. Вот она и проба, видите, на замке здесь как раз. Видите, какой блеск? Она даже, знаете, такая немножко кругленькая, да, напоминает не только снейк, напоминает не только змейку, напоминает именно шнурок. А очень часто эти два плетения как раз и путают, да, и шнурок, и снейк. Как раз вот это сочетание стильное, современное и очень хороший вариант для того, чтобы вы носили кулоны в современном дизайне. Средний вес у нас 2 грамма у цепочки. Серебро 925 пробы. Радирование сверху. А Роди у нас показывает о том, что это серебро вам будет практически вечно и долго служить. Если хотите выбирать образы согласно стилю, вкусу, согласно последним модным тенденциям, слушайте те советы, которые мы вам даем на телеканале Shop & Show. Готовые ювелирные образы. Не надо идти в ювелирный магазин, не надо там долго мучиться. Можно их собрать очень легко на телеканале Shop & Show. А тем более можно еще и сэкономить цепочку в плетении змейка.